кто кого побьет? Ну. А хитер, бобер. Это с буквы, раз. Ха-ха. Теперь моя очередь. Юрик тут колдует немного. Ага. Сейчас будем испробовать новый чайник от Вальдемарки. Ну. Новый чайник. Будем чай, чаек пить. Опохмелка на рыбалке называется. Точно. Я все думают, что рыбаки на рыбалке только... Только бухают, да? Да. А касса нет. Вот что делают. Ну, одно другому тоже и не мешает, ребят, я вам скажу. Если вы приехали на отдых, можно маленько и 100 грамм выпить. Это тоже это, верно. Это будет настоящая тогда рыбалка. Отдых должен быть отдыхом, да? Да. Я сразу закину сюда заварку. А ты так хочешь? Да, и поставим. А у тебя заварка или пакетики? А, нет, или мы заварим лучше воду, да? Да, у тебя пакетики. Пакетики. Же. Ну все, лучше все? Так. Так. А там уже на любителя, да? Это верно. Вальдемарка, а где зажигалка у нас? А он зачем где зажигалка? Она а мне поджечь там. Там она так загорается, ты же говоришь. Я хочу это на двух поставить. На двух? Да. Я вот так сейчас сделаю. Там будет яйца вариться, а тут будет это. Вот моя зажигалка, смотрите. Современная. Солнце в глаза просто. Теперь вот так. Вот. А что ты меня зажигалку спрашиваешь? Когда есть, да, своя? Ну, нечего мой газ пользоваться. Короче, Юра тут соорудил такую походную кухню, так скажем. Так, вот тут ее. Туда уже, да. Короче, Юра решил тут сейчас еще яйки сварить. Сейчас так наколдуем. Во! Новый чайник, новая плитка. Котелок армейский. Погода шепчет, настроение, во! Рыба! Тоже есть. Тоже есть. Это Юра не новая, она у меня давно уже куплена, просто не пользованная. Пока я тут еще до конца не достроил. Потом... А я свою же выкинул, потому что она у меня в прошлый раз там. Да, она тут взрывалась. А было видео, да? Ты заснял бы, как она была вспыхнула, да? Да. Да, да, да. Есть. Потом я когда домой приехал, попробовал на улице что-то готовить, она еще раз вспыхнула, смотрю, там уже и резинки плохие, ну все там, где она притягивается. Правильно, правильно. Я думаю, рисковать не буду, дети рядом, все, я выкинул. Ну да, правильно. Еще такую новую не приобрел. Ну. Ну еще все впереди. Ну она у тебя, видишь, у тебя она была походная, ты постоянно ее возил с собой. Да, но она сушила хорошо. Кидаешь, что-то наверх попадает, может где-то что-то там и получилось так, не? Да. Короче, ребятки, мы уже вторую ночь переночевали. Что-то мне кажется, или у меня камера запотела. Объектив. Нет, нормально, чистый. Или против солнца. Что... Это против солнца, да, солнце оттуда. Поэтому на это все равно снимать. Думаешь? Да-да, чистый раз. Вышло, мне кажется, как туманно. А может где-то вода попала? Ну-ка. На паузу. Короче, ребятки, я не знаю, я снимал камерой, и она что-то внутри линзы запотели. Я просто я камеру оставлял здесь. У меня же был один раз такой. Оставлял здесь прямо в кибитке, все-таки из-за сырости, наверное. Сейчас перезнаю, будем заново снимать. Или просто надо будет написать, что наша съемка шла. Извиняюсь за качество. Чего аж камера вспотела, да? Ну да. Что сделаешь? Так, у нас там уже яйца уже закипели. Вот сейчас хорошо закипели. Юр тут приспособил, короче. Еще раз буду говорить. Может быть, тут тени в кадре не получились. Короче, тут он яйца решил сварить. И тут у нас чайничек стоит. Кипятится. Будем сейчас чаи гонять. Утро. А я до этого погорячился, Вальдемар, я говорю. У меня уже закипело. А на самом деле-то ничего не закипело. Вот сейчас закипело. Сейчас закипело, да. Да. А до этого совсем чуть-чуть. Там начинало только. А я уже время засек. Да. Вот, ребята, вот такое утро. Исключительная погода. Солнышко. Красиво как. Рассвет, говорю. Давно уже рассвело. Что-то я тоже заболтался, да? Рассвет, говорю. Ну, только как бы не было. Утро, солнце, отличная погода, ребят. Птички начинают петь.
Сейчас мы чаек попьем. Я не знаю, когда Юра собирается выезжать. Это зависит, наверное, от поклевки. Если клевать будет, наверное, он тогда не быстро выезжает. Тогда задержусь на недельку. Ну, а чего бы нет? Сейчас был такой момент, дорогой зритель, когда прилетел айсфогель и присел на среднюю удочку, ну, эту я снял сейчас. И Вальдемарка кричит: только ничего не говори, доставай камеру. Я не понял, в чем дело. Да. И она раз и улетела. Да, я же с этой камерой там это возился. Она как запотели же линзы эти. Поэтому та камера хорошо, я мог бы приблизить все дела. А не получилось. Телефон сам включается. Реклама идет, да, какая-то там? Ну, так, ну я теперь могу включать, Вальдемарка. Почему? Она только закипели. Не, уже время. Аня, быстро. Ты у нас кох, ты у нас повар, ты вари. Я все равно яйца не буду кушать, я буду сейчас что-нибудь посмотреть там. Мясо. На завтрак надо хлеб с мясом, а не с маслом. Отлично. И ночью не было холодной, Юра. Мне жарко было. Я одел эти все тужурки свои, да? Жарко же было. Я потом уже снял, бросил. А ну комары меня заколебали были в эту ночь. Я спал так вот в футболке, ну одеяло накинул. Комары не давали покоя, язык. А вчера первая ночь нормальная была. А вот и сегодняшняя ночь долбали что-то они. Кровушку захотели Вальдемаркину, наверное. Вот такое пивко такое было. Это, ребята, не реклама, просто я вам показываю, что как и в русском магазине продается, да? Мы на нем прикормку замешивали. Ну, опять рыба вся пьяная. Она мимо крючка проплывает. Проглотить не может. У нас еще маленькая прикормка осталась. Юрина особенная прикормка. Он моей не доверяет, только свою привозит. И поэтому он считает, что он, поэтому рыба у него ловится. Он просто не знает, то есть я возьму другую приманку и буду сидеть возле удочки, да, то же самое будет. Но я ему это не говорю, пускай он радуется, да. Думаю, что он такой крутой рыбак. Да, я шучу, ребята. Ну, а в принципе, она, прикормка это хорошая, у нее и запах есть какой-то, и она это, быстро хорошо. Вальдемарка, результат налицо. Рыба есть. Ну, я почти тебе говорю, Юрик в своем стиле. Все отлично, все хорошо. Сейчас надо мне столик притащить, Юра. Мы решили здесь столик поставить. И чай попить. Чай попить. Может быть, это отдельное видео будет. Мы еще сами не знаем. Ребята, мы снимаем все подряд. Что из этого получится, это будет потом. Так же, Юра, посмотрим, что у нас получится, да? Точно. Сейчас я стану так, чтобы он меня не изловил. Со спины его засниму. О. Кидать неудобно, потом... Ага, уже клюет, Юра. Вот так. Хай стоит. Светомузыка и... Так и я могу рыбачить. Юра, короче, говорит, давай поставь тоже, чтобы и там срабатывал, а то он не успевает. Да я шучу. Потом мы на ночь ставили сигнализаторы. На всякий случай, я просто Юру убедил, давай поставим, будем спать. Она хочет запикать, хоть я услышу. Ну, так как я был. А я по старинке, мне больше колокольчики нравятся. Ну я ж не буду тут сидеть. Это, Юра, хорошо, когда первую ночь, тогда ты можешь тут сидеть. Но вторую ночь все равно свое она берет, спать тебе все равно хочется. Ну, поэтому да, лучше хорошо. Отдых тоже нужен. Лучше хорошо лечь, поставить эти, значит, сигнализаторы. И по-любому ты проснешься, еще дергать будет. Но это мое мнение такое. Ну что там, яйца сварились, ты говоришь? Готовые. Я уже отключил. Кстати, да, Вальдемарка, чтобы это газ потом не пропускал, когда попользовались, отключили и эту штучку подняли вверх. А, ее поднимать надо, да? Да, ну, чтобы так она... притянул, потом, когда уже не нужно, отключил, все, баллончик можно вытащить отсюда. Ну. Он сразу охладился. А то он держится, да, там клапан держит, не, да? Не, вот так он будет лежать, его не надо, а так... Не, я имею в виду, сам клапан держит, никак в этих, уже не сделаешь. Да, так уже не сделаешь. Отлично, это... Такая инструкцию Юра дает. Что, опять где-то клюет? Или мне точно, показать? Да. Вот только, которую я закинул. Вот, например. О, первое. И есть, Вальдемарка? Что-то есть. Что ты так быстро тянешь? Уже нету ничего.
Есть. Нет, крупняк пошел с утра. Я экономлю просто, Вальдемарка, время на камере. Время, да. А тебе нам уже для этого не нужно, для щуки, уже можешь ее выкидывать. Отпустить, да, можно? Да, зачем она нужна? Мы же пытались вчера щуку ловить, что-то ничего не получилось. Поэтому сейчас нам уже малек такой не нужен уже. Ну, хороший. Вот у нас бывает, как хочешь на щуку что-то поставить, а малька такого не поймаешь. Да, так всегда. Пошел. Восвояси. Ну. А то люди подумают, что мы тут всю рыбу забираем. Да, хватит. Просто мы собрали специально, чтобы на щуку надо было. Юра, еще я крупную рыбу не беру, то зачем мне тогда мелкая? Вот ты мне скажи. Поэтому. Но со мной еще посушить было, в принципе, нормально. Такие. Там, может, лещей. Вот я Юра раньше ловил, когда лещей, я пробовал сушить тоже. Правда, большого леща разрезал на куски и сушил. И отлично было. Не надо эту мелочь ловить. Леща разрезал его. Просто что-то толком она не высушивается. Я тоже сушил раньше. Ну, уже на последние пару лет. Нет, это на ночь погода была более-менее, понимаешь? Постоянно на ночь я заносил в гараж. А на день вытаскивал его. А я сырость. Схватил этот. У нас сырость. Она сразу сыреет. За ночь, получается, Ветрено так ставить, чтобы продать. Да, я говорю, что еще ее оставишь на ночь. Получается, вечером она уже маленько подсохла. Оставил на ночь. Утром это самое... Пощупал ее, а там она аж мокрая стала. Я ставил в киллер, ну, в подвал. А вот там пойдет все. Там хорошо, там откроешь окна, она продувает нормально. И чтобы муха не села, я сделал ящик. Видео есть на канале. Есть, да? Есть. А у меня тоже, я купил материал, есть у меня. Тоже хотел я все сделать. Сетка от мух вот эту одеваешь и все. А вот у меня была такая тоже. Точно, у меня тоже такие видео были. Но у меня потом осы, не поверишь, осы дырки сделали там. Они хотели улиной разделать. Нет, они там эту самую рыбу хотели хавать, наверное. Погода исключительная. Они пришли за рыбой, пиво у них уже было, видимо. Да. Видите, я говорю, тут речка узковатая, кидать неудобно. Когда... Нет, надо просто приловчиться. Короче, Юра, у меня все в одном кадре получается. Это и хорошо. Как ты первый раз закинул, пибикала, как сейчас уже рыбку вытащил. Это хорошо, без обмана, а то скажешь, что одну и ту же рыбку надеваем и это. Вот, нет, получилось уже на 8 минут тут я снимаю. Отлично. Я и говорил же, вот на телефон в самый раз снимать удобно. И камера не потеет. Телефон под рукой всегда. Ты яйца отключил уже? Отключил, да? Яйца отключил? Да, все уже. Готово. Так, ну а теперь помыть руки. Давай. Видите, у нас все приспособлено. Рукомойник прямо тут вот на берегу. Вот мыло. Мыло, ну, ребята, мы мыло мы еще моем, то мы самое воду эту не вливаем в речку. Мы моем прямо в этом ведре. Потом я уношу, после выливаю его. Если вы не думаете, что мы прямо тут на месте, как говорится, где кушаем, там и гадим. Люди на такое смотрят, на пару капель, тогда пусть идут уже и протестуют против заводов. Вот у нас в Рейн, там такие химикаты выходят, и все рядом даже рыбачат. Просто химикаты с заводов, а здесь то, что мы, какой мы вред сделаем. Не, я говорю просто к тому, Юра, что это. Я понимаю. Ну, тем не менее, надо. Да, просто это объяснить. Понятно, что ты хочешь сказать, но по капле тоже. И просто было такое, я завел машину, сижу. И она гудит, да, и подходит ко мне дед. Ты что это там? Зима была. Я собрался отъезжать. Прогреваешь ее, да. Типа, что она у тебя гудит? Я собрался ехать, да. И вот она и гудит. Он типа здесь увельшут сюда-сюда, там надо все делать. Загрязняешь. Ты иди вон, заводы дымят каждый день рядом. У нас Рур гибит. Кто живет, знает, там все задымленно. Иди на заводы. Он скажет, они налоги платят. Налоги за машину и я плачу. Да. Так же самое здесь. Здесь минимально вообще ни о чем. Она, Юра, так же есть. Прогревать в Германии нельзя автомобиль. Так я не прогревал. Я ее завел и жду, пока моя семья выйдет из дома. Чтобы но приехать. Это обозначает, что ты прогревал. Специально ты раньше и вышел. Мне просто я вперед всех выскочил. Не специально, но вперед. А я дома так и делаю, включаю, бывает стекла еще замерзшие. Включаю машину, завожу машину, иду, потом одеваюсь. И она еще минут 5 работает, и все, Валя так же делает. И ничего.
Пошли все в баню. А если ты стоишь на светофоре, машина работает, какая разница? Где логика? Да. Это дело другое, если бы она стояла там, допустим, молотила там целый час. А этот... Ну, это люди привыкли вот докопаться до простого человека, который, в принципе, ничего такого не делает. Потому что по закону могут докопаться, в том-то и дело. По закону пусть идут докапываются, вот я говорю, где масштабные вот эти. А вот. Ты масштабные, у них все связано там, все заплачено. Все, ребята, хватит тут тарахтеть. Да, пора яйца кушать. Да. Котелок 1982 года. Советский еще. Советский. Возможно, когда-то с этого котелка Вальдемар, когда был в армии, он даже и кушал. Потому что я служил 81-83 год. Может быть, но так, маловероятно. Маловероятно, это точно. Ребят, короче, мы решили позавтракать сегодня маленько по-другому. Решили здесь поставить столик, чтобы обзор тоже был. Ага, значит, на речку, на удочки наши. Погода позволяет, солнышко, утро, птички поют. Комаров немає, мошки нету, это самое главное, не Юра? Это точно. В общем, мы решили все, что у нас осталось, будем доедать. Вот видите, вон, два ляшка, еще, короче, все собрали. Это у нас будет усиленный завтрак. Да. Ну, Вальдемарка, пора приступать, у нас уже и чай заварился здесь. Да-да-да, вот чай, видите, уже все заварено. Сейчас мы маленько доедим, что доедим, чтобы ничего не пропадало, короче. Роль поросят играть будем сегодня. Все, ребята, всем приятного аппетита, не? А мы будем завтракать. О, хорошо, птички поют. Может, еще и рыбка еще по поклевке будет. Все будет в процессе, короче. Что, подогнать печать? Тебе тоже здесь учить надо, да?